четверг в Самарской области ясно и малооблачно. Местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Жарко. Плюс 27, плюс 32 днем, ночью 21-23 выше 0. Ветер западный, северо-западный, юго-западный. Скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 32 градуса, ночью плюс 23. Западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, днем плюс 29, ночью плюс 23, ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, плюс 28 градусов в дневное время, ночью плюс 22, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%, геомагнитное поле слабо возмущенное, температура воды в реке Волга 21-22 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.